Ситуация в социальной сфере требует особого внимания. Эпидемиологическая обстановка в стране и в регионе нестабильная. В Оренбурге регистрируется подъем заболеваемости. В таких условиях нужно сделать все, чтобы избежать локдаун. По количеству вакцинированных ежесуточно мы выросли уже в 3 раза за последние 2-3 дня. Поэтому я надеюсь, что этот высокий темп вакцинации у нас сохранится. И, конечно же, достигнув тот самый иммунитет 60-70%, мы, конечно, обезопасим жителей, самое главное, и бизнес от возможных ограничений. Второй вопрос повестки дня – экологическая обстановка в Оренбургской области. Проблемные точки на карте области – Южный Урал, Орск, Новотроицк, Бузулук. Ситуация теперь на контроле полпреда. Основное внимание было уделено и водоканалу, и нефтяным разливам, и проблемам, связанные, о которых жалуются граждане. Надеемся, что меры достаточно будут предприняты, чтобы не только снизить количество жалоб, но и чтобы люди могли спокойно дышать и жить. В этом плане мы обратили внимание, что эти планы должны иметь очень конкретные сроки, показатели, источники финансирования, для того, чтобы и люди понимали, просто это было контролировать. Полпред продолжит работу в Оренбурге. Во второй половине дня посещение строительной площадки детской областной больницы. Сдача объекта планируется на 2022 год. Сейчас он выполнен больше, чем наполовину. Уже приступили к отделке фасада и стен внутри помещений. Полпред оценил масштабную стройку. По его мнению, области просто необходимо такое медучреждение.